Так, добрый запланировать анонс в порт. Копирую. Сегодня у нас 13 декабря, 14:17. Cyberpunk 2077, часть стримов мая. Место на диске все еще есть. Мне надо проверить чат. Заглючить. Ты надо. Первое сообщение зрителей в чате. Че там никто не пишет? Вообще никто не пишет. Все мертв. Там. Это сайт сугубо для тех, кто там сумел получить аудиторию когда-то, и все, там люди вообще не путешествуют. Так, ну ладно, в этом раз. Cyberpunk. Сколько будет длиться, пока будут силы, это во-первых. Во-вторых, может быть, то есть Cyberpunk поиграю немного вечером, в элитку полетаю, не знаю, посмотрим. Может быть, вообще этот стрим будет сейчас полтора, понять с ней. Немножечко голова разболелась. Температура, кстати говоря, не... Я на это что тебе гораздо лучше чувствую. Отзывается то, что вверх, суббота, два дня подряд дома сидел полностью. Короче, что-то запускаться не хочет. Игра. Алло. Доброе утро. Пожалуйста. Забываю, блин. Захват экрана игры. Бывает, бывает. Это наш Discord сервер, я напоминаю. Большой, который, в котором можно найти людей для какого-нибудь коопа, например, Among Us, хотя давно не собирались снова организовывать. Что-то пока сам не начнешь организовывать, никто что-то не заорганизовал, не заорганизует. Вот прям, не знаю. Что-то у меня, по-моему, проклятие такое. Если хочешь движи, создавай его сам. Это прям... Эх. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось, никто не напал по дороге. Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопасно. Также есть отдельный Discord-сервер, новый, тупо под анонсы для стримов. Всякие мелкие новости. Так, я не помню, на чем. Хочу усил. Уровень. Уровень. Она. Ведь можно посмотреть, сколько до следующего уровня осталось. А, 15%. Надо как-нибудь где-нибудь
Я забыл кое-что. Я опять забыл переставить язык озвучки на английскую. Скорость атаки. Кажется, CD Projekt, знаете, типа, у нас кранч, и блин, вот. У них и сейчас наверняка кранчи будут, блин, исправляя игру. Почти зачистил два района. Психопатку. Don't rub me. Колоти, тушки. Приказы. У объекта обнаружены симптомы киберпсихоза. Прогноз врача во время телефонной консультации неблагоприятный. Лечение невозможно. Объект находится под указанным по указанным координатам и ожидает приезда бригады медиков. Возможно, нападение из засады. Внимание, объект вооружен боевыми имплантами военного образца. При контакте необходимо соблюдать особую осторожность. После устранения отправить доклад по зашифрованному каналу связи. Привет, Firehead. Ты пожар, да. Блин, это реально отсылка на призрака в доспехах. Ладно. Ауч. А это из-за того, что я ее бил этими электронными или нет? Мне аж интересно. Термический урон. Сжигать лапками. Смотрим. Разглашение, не разглашение. Понимаю. Там не офигели ли? Мне заглушено, какого черта показывается? Корт. Кстати говоря, может быть...
может привязывается к игре, и необычно все плохо с оверлеями. Набрал. Тех, конечно, молодец. Ой, Street Kid. Так. Что у меня еще тут есть? Средний, добраться до трущоб на окраине Пуки. Дэш автоматически, всегда с ним гореть буду. Ну и ближнюк, как ты понимаешь, уже, наверное, видишь. Еще силу и немножечко хакерство. Не знаю, я что-то у меня тут... Я понял, что у меня нету четкого представления, за кого хочется играть. Нифига себе, полицейская защита. Вау. Знаете, я не думал, что они здесь есть. Мне даже интересно, это считается мусором? Ох, ёлопа. Срочно протестировано по нанотехнологии. А это мусор. Износить. Короче, запомните, это не мусор. Если они не использованы, это не мусор. Want something, Chum? Чоп на экране Кабуки. Родин.
No future. А, это доставочка та самая, да? Такой неприметный ящик. Здесь не написано, что это No Future. Окей, тогда это не это. Я подумал, что раз восклицательный знак, то... Так, кстати... Блин, мне перегруз скоро будет. Для оружия полно. Оружие полно. Одежды, наверное, полно, да? Только полно, чтобы перегруз был. Обычные гранаты по 0,3 весят. То есть у меня расходники. Привет, Ринамон Фурия. Прям 14. Ах, девушка убитая. Так, 2 секундочки. Отбегу буквально полминуты. Родители на 30. А, так. No future. Господи. Shit. He's in rough shape, but alive. Let's hear what Dennis has to say. Hey, got a status? Find the package? He could have told me the package was a man. If it was a box of bananas, I'd use the post office. Get over it. Well, who is he? The ambassador to Mexico? Jesus, it doesn't matter who he is. I prepared a car for you. Put the man in the trunk and head to Northside. The address is in the GPS. Okay. One more thing. Watch for tigers. They've got their sights trained on your new companion. What? Asshole hung up. У меня русская озвучка, она мне тотально не нравится. Да вы издеваетесь, что ли? Я уже тут на слух по тому, что... Субтитры предлагают и предлагают английская озвучка. Две разные совершенно вещи.
Я понимаю, английская не оригинальная озвучка, но я именно хочу сравнить русскую с английской и перевод как именно. Ну и тем более, блин, я не знаю, найдите. Это все-таки США, хочется английский слушать. Ну и практика для меня. Давно хотел. Хорошо. Тяжело. Это что за Deus Ex тут? Сразу прям несколько... Еще оказывается это было... Сломать-то... А, у меня уровень повысился 1.5.5.5.5.1.S.5.5.1. Что-то протупил, но все равно все сделал.
Да что все время эти ворота закрываются? Ну, кстати говоря, мне неплохо прошивают сейчас. Сложность же осталась максимальной, да? То я напомню просто. Первые, так скажем, зашли. Для записи тоже напомню, что я поднял сложность с нормальной на максимальную, потому что на нормальной я просто все разматывал и... Мне как-то было не особо... захватывающе играть. Вообще, проблема в русской озвучке, в русском переводе, в основном, вот, по мне, так. Потому что перевод реально на английском говорят развернуто, типа, я поступил... Тут было вот так вот, я не помню, в чем конкретно это выражалось, но персонаж говорит, ну, я сделал это потому, потому и потому. В то время как на русском перевод, ну, я сделал это потому что. А вот эти два «и», тут еще целых два, как бы, мотива, их просто, ну, в русском перевозе они не нужны. Какая тачка фиговая, мать господня. Job's done. I see that. Well done. Excellent work. Holding in there all right, Hariyoshi? Dennis gave me hope. So who is this guy? He'll tell you his story. Hariyoshi? In Japan, brain sergeant, top of all. Good instinct. One day, Tiger Crow boss needs surgery. But yes, no. Boss die on table. Tiger Crows were very angry. I hide in boat, swim to America. Here, but there is secret. Блин, случайно нажал. I kill Tiger Crow boss on purpose. World best surgeon, make no mistake. This is all very heartwarming, but you haven't paid me yet. I know. Here. May this blade serve you well. Serve you well? А почему вы сказали это голосом Дэна Соусфорта? What's your name again? Brain Sergeant, World Best. Good instinct. Where are you from exactly? Brain Sergeant, World Best. Good instinct. Эй. Качаем силу до 12.
Что покачнуть там? Что-нибудь на крови тут быстрый взлом что-нибудь нет. Например, вот было бы неплохо все-таки. Давайте я вот так сделаю. А насчет всего вот этого. Да, кстати, что там за нечто было? Смотрю. Скальп. Редкая культовая. Как вы понимаете, такое себе. Опять типа. Давайте. Это им реально надо пофиксить, потому что вот эти подлаги, это прям страшно, серьезно. Как люди играют, не вкачивая силу? Это же вообще по переноске невозможно. Да, блин. Ставлю. Попробуйте их пометать. Пейшн не сделаешь без крафта. Решил качали бедра. Освободил место. Нормально. Ну, 75 на 0,3 это 25. У меня 25 килограммов гранат. Понимаете это? Как играть в эту игру, если у тебя 25 килограммов гранат? Ну, или я не знаю, что это. Не килограммов. Киберимпланты, я смотрю, тоже что-то весит не. Исходники. Максдок, слава тебе, Господи, не по весу. А вот бутылочки. Кто-то весит. Так. Куда я хочу? Сканерское снаряжение. Неподалеку есть крипер какой-то. Здесь рипер какой-то есть. Нифига себе.
Давайте-ка еще тогда туда загляну. Buy some new iron. How's it going? A few dozen pounds. Well, be my fucking guest. Старный пулеметик. А, здесь что-то все вот... Блин. Из-за того, что я ближнюк, все выглядит таким бесполезным. А типа здесь это. Пир. И перо. У вас тут коп лежит в мусоре. Ничего? И у него не был. You're half man, half mega block. Not often I see a ripper invest in a ganic body like that. Most people don't realize the brain functions better when it's tied to real, not synthetic musculature. Replace even a single hand, and you'll notice a dip in concentration and overall well-being. Cyberware is more harm than help. Not great marketing for a ripper doc. Nope. But I don't slow biz from chromers like you. Looking for a change. Come on then. Time to tinker. Ладошки, Мартли. Здесь... В чем ты специализируешься? Нервная. Нервы, наверное. А, у него кожа хорошая. Хочу. Определенно хочу. Не побоюсь этого. Ускорение кровотечения, поражение током. Вот и 200 брони подъехала. Там немножечко лишнего. Так, у меня плюс 110 случилось. Смотрите. По параметрам. Плюс 110 это... Ну, от 1/4 до 1/3 мне повысил. Броник. Это безумно много. Я не туда бегу. Не перебегайте дорогу. Это опасно. Внизу что ли? Уже не внизу было.
А, типа, еще выше. T-Bug's death. What did you hear? The truth. She got burned, like anyone who tries to hit Arasaka. They found the body in her pad. Nervous system fried. You know what that feels like? Can't say I do. They say it's like 100,000 knives stabbing you at once. I can't imagine a worse way to go. Кто это рассказывает? Poor girl. I liked her too. Got anything Nova for sale? If you can afford it, yes. Я типа сам могу делать. Что-то здесь не очень. Я на самом деле, я вот сейчас посмотрю на вот этого рипера еще. Загляну, наверное, сюда и пойду вниз. Блин, что-то наверх пошел, и тут начались, блин, задания. У этого рипера я не помню, чтобы был. Been doing biz here long? 2 years, maybe more. Wasn't easy at first, but I made the right connections. Half the heavy lifting in business is the networking. This and the will to be cooperative and flexible. What kind of stuff you got? Выносная система у него. Ага. Ой, на 2. Биомонитор. А, сколько? 18 000. Я думаю, это было бы неплохо для меня. Там не посмотрел вердейки. У Виктора, по-моему, самая лучшая была. Дека. Got some next level tech on offer. Yeah, well, I do have the city's best suppliers on my side. Anyone I've heard of, I wonder? Oh, unlikely. My suppliers like to keep things on the down low. Блин, ну просто мне не нравится то, что я теряю деньги. Ох, ёлы-палы, нет. Да. Кабуки? Да, это кабуки считается. И это считается кабуки. Сюда пробегусь. Сюда бы надо вернуть. Вот сюда пробегусь, сюда пробегусь.
И вернусь, ну, твоя. И съезжу себе скелет. Правда, не помню, сколько он стоит, зараза. Ладно. Мне нравится то, что мотоцикл сам по себе каждый раз перекрашивается. А, я был здесь. Data from Jotaro's private server. Found out who's been procuring people for his recordings. Meet Jae Hyun, human trafficker and bona fide piece of shit. Check the cinch out for me. Deeds attached. Hey V, the NCPD got a call about a cyber psycho and actually sent a patrol this time. Mm-hmm. But it's been a few hours. Очнулась. Back. Either those cops got scared and bounced, or anyway. Could you check it out for me? Be much appreciated. Блин, какая же она глючная, просто кошмар. А, стоп. Ты
А, пофигу, ладно, что-то я протупил. Бывает. Да белая, господи. И, короче, здесь пихивает с... Теховец. Блин. Прям, ты нифига ж себе. ПД. ПД. Пофигу. Всячина, это просто кошмар.
Вон. Важно. Сэр. Работает. Ну, я в любом случае сюда, потом сюда, в нейтрализацию. Поеду сюда, поеду сюда. Сюда съеду. И чуть будем. А, и да, надо криперу съесть. Ты дашь мне отсюда уехать? Мужик, я тебя не заметил, сорян. Не забывай, что зажимать их надо. Thank you.
Блядь, Ринзу. Модификация имплантов. Десять заряд. Свет включить, это ад какой-то. Вот сейчас уже, вот просто в этой игре пропадаешь. Можно, пожалуйста, не сверху? Криперу заеду. Здрасте. Ой. Что это такое-то? Чё они все сложные стали? Ловушечка Джокера. Я потеряла Фунситон. А, замечательно.
идеальный перевод. Что, что ли, пролил? Клиника полицейских. Они, конечно, прям клиниковый. Наконец-то я начинаю совершать свой обход. $37,000, кстати. И здесь нормально. Тут пока что. Сверху, видите, сверкает. Как туда попасть? Любишь убивать? Любит она убивать. Thank you. Thank you. Патронов не жалко. Любящих убивать. Ой. Слушай, ты же парень, сосед снизу. Yo, where you going? Я бы зашел в магазинчик. Another asshole shoved in a trunk where he belongs. Nicely, nicely done. Closing the gig.
Идти к автомату ботинку. Хотел, но... Ладно, хочешь по-плохому? По-плохому. Дайте от автомата ботинку. Верно, лучше. Давайте вот это возьму, почему нет? Внизу. А, дома. Почему? Привет, Флаффи. Можно как-нибудь все-таки, чтобы я все три брала, а не?
5-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 5
Так, ну здесь все, в принципе, отойти это хватит. Отойду. Теперь загляну. Как же это, блин, важно. Мать господня. Как отсюда выйти? You want your teeth broken? Ой, да пофигу. И богу пофиг. Видите, я уже отошел, а мне она не перезванивает. У нее реально баг какой-то. Фиксера какой-то баг. А. Пользоваться не буду. Обычная бит. Всякая одежда. Блин, какие же куртки здесь клёвые есть. В остальном я что-то хз. Одна. Просто если убрать. Я хочу посмотреть, как она выглядит. Ой, Маворов гад. На самом деле,
Конечно, выгляжу я просто на десяточку. Так, и мне... Так, мне надо к вот этому риперу. Тут сдамся уже. А, по встречке. Походу пора по-новому, по-новому, по дальше по сюжету походить. У меня там какой-то рубик лежит. Скелет был хороший. Точнее, вот это было хорошее. Так. $12,000 на 40% КП я потратить себе могу позволить. Ну, заменилось-то. У Виктора реально самое лучшее вот это. Бежал и все. Сколько у меня хп-то? What are you doing here? Сколько хп? 349 стало. У нас... А реально у меня уже было 250, даже 260. 40% это сотка. Я сейчас себе купил сотку. А, еще сюда надо заехать. Хотел последнюю награду, которую мне забагалось, забрать. Пойду, наверное, с Джуди болтать. Так, ну, здесь это можно посмотреть, что такое творится. Ой.
Самое главное, он остался в живых. А я полностью уточенный, блин, в ХП, в жир? Нет. Как интересно. Ну, это все-таки самая верхняя сложность. Мне реально интересно, насколько все... Слушайте, а руки гориллы-то реально их убивают. Процеды ты не каст Реда, господи. Calling all NCPD subcons. Suspected organized crime activity observed in the region of Goldsmith Street. Scavenger presence reported, led by one Barry Alkin, wanted on charges of first-degree murder and illegal trade in cyberware. NC authorities offering payment for neutralizing Alkin and his accomplices. Are we gangsters? No, we are
Знаете, просто интересно. Давайте я физическое сопротивление. Надо было сохраниться, зараза, ну ладно. На крови качнуть по здоровью. Двадцать, восемнадцать, двадцать. Давайте я... Блин, интеллект... Вот... Блин, ну... Просто швах. Хочется и это, и это, и это. Давайте потихоньку все-таки в силе буду идти. Не, была еще же одна это. Все враги в сети получить демона. Нафиг, потом. Происходит. Кто, где? Зачем? Почему? Но,
по-моему, ей калечу до смерти. Плантом горилла. Майка Панк. Бандана? Наконец-то настало время ходить в шлеме. Похоже на правду. Хотя, блин, какая она кошмарная. Есть кто-нибудь за то, чтобы сделать перерыв? А? Я бы его сделал. Надо бы мне вот эту часть города надо и вот сюда вообще доехать. Кошмар, конечно. Давайте я сделаю перерывчик большой. Просто хочется проветрить. Хочется. Давайте увидимся минут 5-10. Налью себе чего желаю. После этого поедем в Римжу по главному посту.
Так. Я забыл на паузу поставить. Зараз, ладно. Сори. Я немножечко тут буду кушать. Извиняюсь. Давайте я. Thank you.
Yeah, got something to say? Они ничего не говорят. What the F? Блин, я ничего не понимаю. Это было. Надо ждать там. Закрыто, закрыто, закрыто. Вышибало. Все автоматически убирается. Это баг, что ли? То есть... Она должна подойти и сказать, что бар закрыт.
What should I do? Она ничего не говорит. Но он у чувака, оно... Но она говорит. Смотрю. Dollhouse bug. Не знаю, может в стиме поискать. Ну с ней не хочет говорить вообще. Принц по нам.
Она ничего не говорит, она не хочет со мной говорить. Не знаю, мне, короче, какой-то, видимо, наслаивающийся баг и... Вот и поиграно в Cyberpunk на выходе, походу. Потому что искать сейчас баг — это... Камура, и может быть все-таки съездить по какому-нибудь другому квесту. Я не знаю, блин, вот реально. Kakuakata, Lady of Westbrook Estate. When you find a moment, come see me. We must settle our accounts for Sandra Dorset. You did quite well. You and that friend of yours. Until then. Ладно. А, ну давайте в Стиме посмотрю, мало ли. А. Cyberpunk. Чисто. Тени. Бла-бла-бла-бла-бла. Technical discussion. Кошмар. Object talk to Judy, so I went at Lizzy Bob at a can look. Мы никто не ответил. Ну еще хуже.
Но по нему ничего никто не говорит. По нему никто ничего не говорит. А, ну вы видите, да? Забыл, что... Ну, вы видели. То есть, люди жалуются, но ничего поэтому не... See you, V. Seems pretty, secluded here. It is appropriate for such a secret meeting. What the hell happened? You look close to awful. You see a man robbed of his implants, money, and dignity. Look well. It is not all bad. I am mostly unnoticed in the streets. Friend you mentioned here? Oda? He should be here any moment now. Willing finally to give me the spec on him? He's Hanako-sama's bodyguard. Hanako Arasaka's? From the carrier at anchor in the bay. Saburo's daughter. Yes, and if he believes you, we'll next meet with her. Sure you can trust him? Yes. Convincing, very. I have nothing to lose. Is that better? Worse. Because I got plenty to lose. By God, huh? A good sign. He is usually camouflaged. Обычно при... То есть, если он действует необычно, это хороший знак? Что? I can't speak for myself, you know. So speak. I have been told you know things. Was there, saw what happened. Yorinobu strangled the old guy. Silence! Not one word more. You will bring death to your door. But it is the truth. Hanako-sama must hear it. My one concern is to keep her safe. In this city forgotten by the gods. Is she in danger? Now? No. Yet during the parade to honor Arasaka-sama, most certainly. I bring you this witness to his murder. And you dare to worry about a silly parade? Fool! Correct. Unlike you, I have not yet failed. But you can't ignore the truth. Unlike you, I have not yet failed to keep my oath to do my duty. You will regret those words. The only thing I regret is that I came here to meet you. There is a price on your head. I do you a favor now. By Sorry, but this gonna take much longer? I do you a favor now by not cutting it off and taking it straight to Yorinobu-sama. What would you do now, were you in my place? I do no favors. I would deliver your head to Yorinobu-sama. Consider yourself lucky. Oda, not like we're asking for a whole lot here. Just one brief meeting. Hanako should decide if what we say is true. You can't decide for her. Will you help? I will not. But I will let you leave this place, this city, unharmed. If I see either of you again, I will not be so lenient. Be very careful, my friend.
We are all so far from home. Good fucking riddance. 1 hour Sokka whack job is already plenty. Well, can't say we didn't try. We tried, yes, and obtained something useful. How do you figure that? What Oda said, they returned to Tokyo after the parade. Do you not see the parade? It is our chance, perhaps, if somehow we can get to Hanako-sama. We must do a proper reconnaissance first. Курить плохо, напоминаю. Hold on. It is your turn to call on friends. Do you know a fixer who could help? Hang on. Not so fast. Because not as easy as hacking a schism. You said yourself, Hanako's got the tightest security in all Night City. Correct. That is why I wish for you to contact us with the local fixer. Not just the fixer dame. Okaku Okada runs a pachinko parlor on Jig-Jig Street. We must pay this woman. Jig-Jig Street? Chpok Street. Замечательно. Will you join me? Get there on my own, thanks. I will meet you there. One other matter requires my attention. Нет, мне главный квест, короче, люканул. 10 из 10. Не знаю, я просто чтоб подлечь. Разбагаешься сегодня, нет? Не знаю, может там постоять где-то. Здравствуй, Фо. Спасибо за рейд, конечно, но кажется, это последний стрим по Сайберпанку у меня.
Потому что у меня багнулся главный квест. Встретиться с Джуди, у меня НПЦ просто стоит и ничего не хочет говорить мне или делать. Не знаю, попробую перезайти в игру, я не знаю, мало ли поможет друг внезапно. Я не один такой, я тему нашел на Твиче, что такое встречается. Это ужасно. Давайте пусть на пускай попробуется на русском. Вдруг у нее что-то проблема с, я не знаю, с этим. А ты знаешь, как далеко я? Я не знаю, когда оно вообще багнулось. А переигрывать, блин, извини меня, весь этот район перепроходить, там уровни 7, это извини меня. Говнище. Я не знаю, когда оно багнулось. Эй! Кажется, я тебя уже видела. У меня хорошая память. О, отглючило. Развлечься хочешь? Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Ладно. Оно отбагалось. Ура. Между прочим, фо. Я хочу сказать кое-что не очень, так скажем, пристойное, но... Кажется, CD Projekt устроила многим товарищам Blue Balls, как говорится. Потому что я узнал одну вещь. Ну, хотя, блин, я не знаю, короче... Джуди романсабельна только для женских персонажей. Да. Это ужасно. Я расстроен. Бар закрыт и... Либо перезагрузка помогла, либо hey, русский язык мне... Джуди Спрэнд, да, я Джуди Спрэнд. Down in the mud, but who knows, could surprise you. I hate surprises. Mm-hmm.
Really feeling that sense of community right now. Suze, we're not done here. Oh yeah, we fucking are. Не, следующий Mass Effect будет проходиться... Я уже знаю, кого я буду романтить там. Во всем будет виноват вот этот персонаж. Susie seems to know what she wants. She your boss? You come all this way just to play who's who at the Mox? What was that all about? Everyone in this city lives in their own goddamn bubble. And either you fly high вообще, я говорил, да. Or sink into quicksand. Дафо, именно. Listen, have you seen Evelyn? Need to talk to her. It's important. Why? So you can make her your scapegoat. Хотя это только, так скажем. Need to find out who she was working for. That's it? That's it. Judy, you don't need to worry. I won't lay a hand on it. It wouldn't make sense. Fine. All right. Evelyn's a doll. Used to work at Clouds. Sig case on my table's got the address. Take it, and once you find Evelyn, give it to her. Mega Tower. Luxurious. Wait. Just let me know how she's doing. Okay. I'll give you a call, okay? Thanks. Thank you, V. Ну хотя пусть подруженцы и будет, господи. Surprised. You're an engram in a fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we're gonna hit this place, Clouds? Why the hell not? Из-за того, что я в опасной зоне. Think I just woke up one day looking like this? This is real life, not no fairy tale. I'm a woman. That demands sacrifice. It's hard work, never easy. You don't say. See? I've always been a woman. Oh, so this is what fucking soul solidarity looks like now. Locker room digs. Welcome to real life, sister. Your words, not mine. What are you staring at? Got something to say? Say it. Heated exchange there with Judy. What was that all about? How's this any of your business? Gonna follow up with your own sermon on responsibility for others? Go on, your high horse is waiting. I'm just curious. One thing I know about curiosity won't get you shit unless you got the fists and the ass to back it up. I'm guessing the club brings in a lot of biz. Pisses its share of cost, too. Why? Looking to invest? Nah, I'm just admiring your operation. We took over this place way back when. Every day I wake up and wonder how it's still standing. We get by, that's all I'll say. Forget Evelyn. What a sweet admit it. This is about Judy's virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Nobody can hold a candle to Judy. She cuts virtues like they were diamonds. Damn straight.
Mr. Hands. Call me Mr. Hands. If you're looking for Pacifica jobs, call me. Name's V. And what? No, pleased to meet you. I'm truly honored to meet you. You got any biz? Call me. Они мне со всякой ерундой, я говорю только по делу. Давайте вот сюда. Мне кажется, меня тут поймают. Хорошо так. So what now? Нормас. Ну что-то как-то... Что-то как-то... Блин. Этого... Но в нужное время. Окей. Окей, окей, окей. Это не из-за цензуры, так у меня вопрос. Хранюсь. Я загружу. Сейчас быстро. Я. Сохранюсь с быстрым сохранением. Потом посмотрю без стрима. Чтоб это не... Просто интересно сравнить, блин. Хотя, можно это сделать гораздо... Быстрее, чтоб я не... Для этого делаем так. Делаем так. Вы ничего не услышите.
Помощь при прицеливании? А здесь есть помощь при прицеливании? Здесь, походу, только это. Блин. Сейчас. Сейчас все будет. Я пока настроечки. Почему? Блин, не то выбрал. А, хотя не то. Сейчас посмотрим. Звук я тоже вырубил, чтобы лишний раз не смущать никого. Ну-ка. Ну, как вам сказать? То же самое, абсолютно. Так. Ладно. Так, тогда выходим вот так вот. Какой толк в кастомизации, которые, ну так скажем, щекотливые? Если эта щекотливость никак не используется. Серьезно. Хотя, блин, это было бы уже чересчур. Это было бы уже чересчур. Я тут подумал, лучше не буду спойлерить. Ну. Блин. 2 часа 42 минуты уже стрим. Мать господня. На самом деле я сам, наверное, буду заканчивать. Их. Так, ну-ка,
попользовалась, значит, да? Вот. Ладно. Их. Ой. Так. Сорян. Хорошо, что вовремя заметил и забыл включить его в опсе. Я вырубал от лишних стонов. Ух, ёлы. Воевал я, проблема была в винде. О, поздравляю. Ну а теперь жить как неудобно. Как добраться до ВК, как добраться до башни. У меня все туда ведет. Блин, я... Звоните Панамы. Эти, наверное, там и закончу. И потому что реально уже... Посмотрим, такой вот подпорка какая-то. Внизу. Японский городовой. Я напомню, мне 200. У меня очень большая броня. Они, кстати, желтые. Не дурно. Но они желтые. Я не знаю, что так вдруг это. Будем на следующей неделе здесь бегать. В принципе, и все равно все играбельно. Тут, ну, просто меня сколько человек расстреливало, я сейчас ваншотнулся. Раз, два, три... Вот эту я не заметил. Ну, 5 человек где-то, наверное, поэтому я так быстро разнесся. На максимальном уровне... сложности это оправдано. Вполне оправдано.
Хотя у Рипера смотрю, что подается. Можно будет заканчивать. I have a bad experience some years ago. I want insurance. Now I'm curious. Ну, так понимаю, здесь будут руки-базуки. Грубо говоря. Right here in this chair. He howled like an animal, exposed his blades. He charged me. Then I have no gun, only a scalpel. I try to defend myself, but I lose one eye, four fingers and a kidney. Still, I survive it as you see. I promise to myself every day I will not be unprepared again. This patient of yours, cyber psycho, you think? I do not know. For me, cyber psychosis. Немного лагает на улицах у тебя. Да я заметил. Я как бы не спорю. From cyberware or not. Я говорю, у меня фризы. Okay. У меня процессор 100% успевается. Пал картин. Ну, Фо сказал, у игры есть проблемы с захватом игры. Сказал, что у меня лагало как бы из-за... Что у меня оказывается... А, это две... Фо сказал, короче, что... Игру лучше стримить через... Через захват экрана. Я уже могу покупать эти штуки. Ячейки столько же. Меня позволяет отправлять в скрипт программу устройства во время сканирования. Горит восстановление скриптов на 45%, продлевает действие боевых скриптов на 40%. Плохая кибердека, но так, чтобы я ее брал прям. По первому. Было где-то то, что... Тихо бегать, я бы вот это скорее купил, чем двойной прыжок и высокий прыжок. Рипер ищет дорогу. Посмотрим. Людей древней профессии. Не стрима уж. Ясно. Окей, ладно, давайте. И на этом на сегодня
Все пока что. Я вряд ли буду сегодня еще стримить Cyberpunk. Ай, пойду отдохну. Реально, мозги сейчас с души вылезут. Не знаю, как далеко шел. Что-то все-таки ладно. А, на неделе еще. Я не знаю, как завтра. Короче, с дискутом. Порт новый внизу. Клуба под стрим. Пока-пока.